Девочки, ну что, у нас следующий день. Всем привет, мальчики и девочки. И у нас опять экстренный выезд в магазин. Сейчас поедем моей подружке покупать сумку, если она там осталась. Зашел туда, что-то купил, какие-то сувениры и все. Здесь вообще никто ничего не дарит, даже на день рождения. Они считают, что вообще-то именинник должен справлять и всем дарить, если он пригласил. У нас, как? Например, Ника, да, справляет день рождения, то мы приглашаем, ну, класс, да, ее. А я готовлю стол, вот, и потом еще всем подарки каждому ребенку. Они, конечно, приносят подарки все равно. Ну, там что-то такое недорогое. Вот. Но с другой стороны, ты как-то в магазин купить продуктов, потом, значит, прийти дома приготовить, это гораздо дороже, чем пойти в кафе и поесть. Вот очень много вот такого типа кафе, как мы были, помнишь? Там $8, $10 ты там отдаешь, наедаешься на целый день. Ну, а не то, что мы кусок мяса купили за сколько там? Да, за да, $10, да. По-моему, да? Вот это один да, кусок да, мяса. Да. То есть, ну это, понимаешь, это люксовая еда, понимаешь, это все понятно. И они так вот едят очень-очень редко. Это самое, наверное, только русские готовят, а коренные-то, наверное, вообще не готовят. Очень редко. У них эти электрические какие-то газовые, у нас-то на огне мы готовим, понимаешь, а у них электрические такие вот, знаешь, грили. И они, значит, кусок замороженного мяса бросят, такого, знаешь, типа как гамбургер такой, знаешь, вот как котлета такая, вот бросят замороженное, вот так вот приплющат их, и вот опять с хлебом съедят. Вот это у них считается ужин крутой. То есть они тебя приглашают на барбекю. Я когда видела вот это барбекю первый раз, я чуть со стула не упала. Я тоже, вот честное слово, на барбекю, я думала, там шашлыки будут, машлыки, ну знаешь, как у нас. Да, у нас мясо на гриле, понимаешь? Вот. И, в общем, это... А тут, оказывается... Мэйсис магазин. Очень знаменитый американский с крутыми брендами. Я здесь себе сумку Гёс покупала. Сейчас еще одну подругу ездила. Не знаю, что показывать, потому что здесь как бы все одно и то же, что было. Вот. Гёс $16. Ну, вот этот какой-то мне не нравится. Хочу маме сейчас кеды взять. Наверное, все-таки Michael Kors. Это шестерка, а нам нужна семерка. Моя мама чуть поменьше, это получается 37. Так, ну что, девочки, купили, в общем, что купили? Маме моей купили сумку и кошелек. Забыла, потом покажу, как фирма называется, какая-то американская. Но классно. Прям маме она и небольшая, и не маленькая, и не классическая такая вот. В общем-то, и купила ей кроссовки Michael Kors. Себе взяла 37, ей 38. Вот, так что мама упакована. Все круто. Вот такой магазин. Я на самом деле в кадре-то почти не появляюсь. Только с утра, наверное, да, все магазины. А, еще подруге купила сумку. Кстати, сейчас еще нашли штаны Кевин Кляйн. Классные штаны, блин. Размер 8 и 12. 8 чуть маловато. 12 чуть. Мне десяточка. Короче, не взяли. Всего $26.
представляете, штаны всего $26. Calvin Klein. Сколько это? 800. Кажется, 2000 даже нет. Где-то 1600. О, вот эти штаны прикольные. Хочу какие-нибудь размахайки вот такие. Ну, только крутого бренда. Крутого. А что это тут? $50. Ну, мне бы темнее, конечно, хотелось бы. Да, вот, смотрите, бабушкин вариант висит. Бабушкин вариант висит. Не цены, но есть дешевые прямо, есть дорогие. Не понимаю. Да-да-да, я тут. Нет. Все, уходим. Забрали мы Алешу и сейчас опять приехали в TJ Maxx. Там самая лучшая сумка из всех, где были скидки. Серая такая, серенькая. Черненьких нету, а если есть, то они стоят почти $300-400, ну так без скидки. А это единственная была со скидкой, самая лучшая. Сейчас вот идем смотреть, осталась она там или нет. Опять TJ Maxx. Девочки, ну что, сегодня у нас этот самолет. Будем кататься на самолете. Надо красивенько себя все сделать. Сейчас буду накручиваться. Волос осталось, ну, вообще жесть, сухие. Я даже не знаю, что сейчас получится. Да, видите, какая шапка моих. Шапка. И вот эти вот висюльки. Это все, что осталось. Сейчас буду пробовать накручивать их, расчесывать. Расчесываю. И у меня это вот минимум, что выходит. А расчесываюсь я 3 раза. А после того, как голову помою, так вот таких вот 3 расчески. В общем, дала мне сестра мусс. Лака что-то у него нету. У нее нету. Сейчас буду пробовать, значит, делать локоны и хочу накраситься тоже немножко. Вот такая вот ванная, я не знаю, показывала вам, нет, я вообще ничего не помню, что я здесь делаю. Каждый день такой, вроде я ничего не делаю, а такое ощущение, что просто без ног приходим вообще. Дала мне, в общем, какие-то 2 плойки, одна вообще такую ни разу не видела. Это вот, как показать, видите, вот. Вот такая фирма, и вот простая, но для меня это толстая. Мне бы потоньше, чтобы накрутиться. Но сейчас буду пробовать это и то, и не знаю, как получится. У меня примерно 1.5 часа до выхода. И потом, возможно, мы поедем в какой-нибудь бар. Я на самом деле не люблю такие мероприятия, бары, вечеринки, я уже все старуха. Вот. Ну, раз это накручиваюсь уже, думаю, ну, надо же хоть раз сходить, посмотреть, что вообще там. А еще сегодня четверг, получается, и по четвергам здесь женский день, и все, 50% скидку. Думаю, тоже грех не сходить. В общем, естественно, беру вас с собой, а еще у меня, девочки, проблема. У меня, короче, я перед отъездом, я удалила все с телефона, потому что, ну, понимаете, что камеру с собой таскать, вытаскивать, когда у нас в таком режиме, ну, просто это невозможно. Я думаю, буду снимать все на телефон. В принципе, нормальное видео получается. Я думаю, для блогов это нормально. Вот. И что? У меня осталось на сейчас 15 мегабайт всего лишь в телефоне. Я взяла с собой флешку. Я взяла с собой такую маленькую флешку. Не знаю, как они называются. Вот большую флешку такую, которая такая большая. И вот эти вот, не знаю, как они, маленькие. Короче, 3 раза я пыталась, ну, здесь компьютер же есть, сестре, 3 раза я пыталась на нее скинуть. Она, в общем, час скидывается там 20%, и все, говорит, файл недоступен. Щух, и отрубается. И я, в общем, не знаю, что я буду делать на самом деле. Может быть, возможно, даже больше не буду снимать, потому что, ну, не на что. Ну, с собой камеру брать, ну, это просто жесть. Это реально просто жесть. Ну, как бы, дети возьмут, если то все, это... Камере капец. А они же все берут. Им же все можно, да? Ну, понимаете, это же дети. Вот, их не наругаешь за то, что они там взяли, да, и упало. Ну, как бы уже так случилось, да? Поэтому не знаю, что делать. Возможно, вот доснимаю самолет, доснимаю бар, а в основном там потом уже будет все... Толчок. А в основном там уже все будет, ну, как бы одно и то же, потому что уже пошло одно и то же. Мы просто ездим, знаете, как у нас здесь получается? Мы... Что? Значит, я просыпаюсь в 10, сестра у меня в 8 просыпается.
она быстрее одного ребенка в школу, другого ребенка в школу сама учится. Она учит английский здесь еще, но как бы она уже разговаривает нормально, но акцент все равно есть, поэтому она учится. Потом она прибегает быстро в 12, так говорит, время 12, пол второго мне забирать Алешу, бегом, у нас есть полтора часа. Пока доедешь до магазина, там минут 20, там 20 минут вот возьмешь, вот там, знаешь, роешься в этих, где вот именно скидки прям. И покупаешь быстро, и бегом. Потом туда, потом Алешу там на это самое там, ну как какую-нибудь, не знаю, на конную прогулку, или в бассейн, или там Нику на спорт, или на теннис, или что-то. И в итоге она приезжает домой в 4 часа, а здесь уже все магазины в 6 закрываются, если что, так на секундочку. Вот. И потом, короче, пока с ней уроки, пока туда-сюда, уже время 6, а уже сил нету даже у меня. Я не знаю, как она здесь с двумя детьми справляется. Девочки, ну что, мы отправляемся, в итоге накручивалась, я не знаю, что получится, потому что уже половина распустилась. Но я хвост завязала, вот, и, в общем-то, мы сейчас направляемся за... У Наташи живет, у веренной подруги, у Наташи живет мальчик по обмену, он там старшеклассник, в общем, я с ним еду, без сестры. Потому что Наташа попросила. Да, потому что Наташа попросила. А вообще, полет был для тебя, исключительно. Да. Вот. И, в общем-то, мы сейчас за ним заедем и едем уже в аэропорт. Вот так. Привет, девочки. Мы, в общем, доехали, забрали Лоренса. Да, я хочу вот через ту. И, в общем, нам еще надо подождать где-то 20 минут. Или сейчас вот Вера созванивается, я вам покажу сейчас самолетики, на которых мы полетим. Тут очень много. Лоренс. Очень сильно облачно, девчонки. Подгадывали день, чтобы не было облачно, чтобы было очень красиво. Я не знаю, что получится. Видите, прям облачно. Все, максимум приблизил. Мы зашли. Ну потом, блин, давай поснимаем. Сейчас поснимаем. Тут нет коммерческие тайны. Там нет. Обувайся. Девочки, я делала новый кросс с Майкл Корс. И это. Натерла ногу. Perfect. Пристегиваемся. 8 ремней безопасности.
определились, это, конечно, ощущение невероятное. Я до сих пор еще пока не верю, что это случилось. Да, можешь фотографировать и делать, что ты хочешь. Понятно? Нет, я снимаю просто. Да у меня уже столько этих фотографий. Видео же тоже будет. А, вот это прям большой. Да, это большой. Вот это тоже. Клуб кар. Хорошо я по-английски, да, прям? Да, хорошо, шпарю. Девчоночки, ну что, мы покатались. Отвезли этого мальчика, не помню, как его зовут. Вот, сейчас мы на заправке, сейчас заправимся, и здесь, ну, как бы можно, да, я уже рассказывала, за рулем пару бокалов вина выпить. Вот мы сейчас заедем в один бар, выпьем там по бокалу вина, ну, я-то не за рулем, выпьем там по бокалу вина, и если нам там не понравится, то мы поедем в другой бар, тут два бара рядом, которые рядом с домом, чтобы, ну, особо недалеко тоже ехать. Вот, и там тоже в один бокальчик выпьем, и домой на басике. Ну, чисто просто сходить, конечно, посмотреть, что здесь за бары. Просто несколько раз, тысяч раз мне не хочется ни краситься, ничего делать. А тут вроде я и накрасилась, и волосы сделала. Волосы капец, девочки. У меня, во-первых, осталось их, я не знаю, наверное, грамм 40 всего лишь. Висюльки эти висят. Во-вторых, я накрутилась, мне обычно в Москве хватает на дольше. А тут я накрутилась, мы туда приехали, ветерок дунул, все, они вот такие паклы просто. Но все уже, как бы, я знаю, что они плохие. Я приеду, прям сразу первым делом их снимаю, потому что у меня уже там колтуны, которые я уже не могу расчесать, потому что я не вижу, что сзади. В общем, хотела вам показать немножко, ну, Vero Beach. Мы не в Майами самом, мы в Vero Beach. Это у них считается вообще, если что, деревня. Вот. И хотела вам снять ночную Vero Beach. Ну, как бы в баре, естественно, я сниму. Вот, хоть какой-то кусочек, но все равно. А вот так вот едем по дороге. Здесь не все дороги освещены еще, да? Только около магазинов. Ну, как бы вообще ничего не видно на эту камеру. Да у меня и на ту, наверное, не было бы видно. Вот. Но утренние я вам очень много снимаю. Утренние, потому что, ну, лично для меня, вот, да, я еду в машине и... смотрю вот на это все, да, вот на это все кулюторное, такое красивое, необычное, да, вот эти вот таблички при въезде куда-то, вот эти огромные такие, знаете, вот как бы столбы стоят, да, мне это так нравится, да, вот эти маленькие домики, аккуратненькие, красивенькие, мне нравится вот ехать и снимать, и смотреть потом, даже вот для самой себя мне это нравится, вот, так что вот так вот, о, наговорила на 2 минуты, на целых. В общем, сейчас едем в бар. Девочки, вот тут проблемы. Прикольные фотографии вот ты сделала. Где пальма? Ага. Девочки, мы приехали в бар. Это именно бар, где они сами варят пиво. Именно вот прям вот в этом вот здании. Так что сейчас... American Icon. Американская икона. American Icon. Ну, что-то я вижу, там народу много. Я такая сестру спрашиваю, говорю, ничего, что я спортивная? Он говорит, ты все спортивную сейчас увидишь. А, тут даже с детишками. Вечный огонь. А, вот он. Ага. Ой, там что-то продается даже, да? Нет. Пип-бок там. А, выигрывают, если. У-ху. Ну, где он? А там что-то мест нету. Здесь? Да, садись. Хотя можно и там было. Ай! Без разницы. Сейчас буду пробовать разное пиво. Девочки, ну что, мы прибыли в бар и заказали микс пива. Сейчас такие маленькие шотики будут. Там по 6 штук будет, и я буду пробовать разное пиво. Сели за барную стойку.
Я в своей кофте пин, которую купила. И в кроссовках Майкл Курс, где натерла ногу. Ужас. Они все-все-все разные, они под номерами. Девочки, смотрите, ну это мне на пицце реально. Сейчас еще к ним как какая-то записка должна типа идти. Ну, смотрите, какие они огромные. Здесь, мне кажется, Cheers. А зачем ты ставишь то? Я не пью. Вот давай тогда вот так. Давай, cheers. Да. Cheers. А вот там она тебе. И ты какие тебе будут? Пишут какие? Название, да. И потом ты можешь название выбирать. Какой тебе больше всего понравится, ага. Она тебе будет подливать. Угу. Подожди, надо фото тебе. Девочки, вот это обычная стандартная американская порция. Ну, вам так не видно, но на самом деле это просто огроменная. Нам это на два раза, как минимум, обожраться. На 4, да. Худеньким, маленьким на 4. А, не живая? Девочки, приехали во второй бар. Сегодня нет, кстати, никакой скидки 40%. Никакой скидки не было, как мы рассчитывали. Есть живая музыка. Есть живая музыка. Видимо, репетируют. В общем, такой вот бар. Это уже ближе к нашему дому мы подъехали. Ну, как ближе? Минут 10, наверное, ехать. Сейчас, а вот, отдыхают. И что мы делаем? Мы будем сидеть здесь? Я снимаю. Слон. Это так они к Хэллоуину готовятся? Потом это все снимут или здесь всегда так? Нет, это только к Хэллоуину. Вот эти два красавца мне нравятся. Да, поехали домой. Здесь скучно. Ну, скучно, да, вообще нет никого. Девочки, что-то правда. На улице сидят две пары, и все, больше никого нету. Что-то скучно как-то. Пойдем туда, пройдем. Ты можешь идти или нет? На носочках только. Ну, давай сними эти ботинки. Да и не буду я снимать. Да, мне кажется, здесь вот просто вот отходишь отсюда и отсюда. Все, можешь не снимать сейчас. Давай. Это старинный отель, очень знаменитый, он сделан из дерева. А, дерево гниет, потому что здесь очень много влаги. Да. Вот, и запах специфический. Потом он находится прямо на самом берегу океана. Да, и а я думаю, что-то шумит, это как будто волны. Очень красивый вид там. Но мы, наверное, там есть небольшой бар тоже. Вот, и там всегда по пятницам тоже живая музыка. Гид мой бесплатный. Живая музыка. По пятницам, да? Ну, наверное, скорее всего, по пятницам. Пятница, суббота, два дня. Потому что это не Виробич, а Зиробич. То есть ноль. Это не Майами, и это не Москва. И даже не Нью-Йорк. Как жаль. Мы всего лишь в Вера-Бич. А тоже никого. Девочки, раз, два, три, четыре. Четыре, все стало свободные. А, ну есть что-то. Ну, что-то мало очень. Бассейн. А, и вот мы выходим к океану. И поэтому здесь как бы... Там четыре человека, а здесь два стола, получается, сидят. Ну, больших. Ну, здесь все свободно. Так неинтересно. А, вот и океанчик сейчас. А, вот океан. Слушай, а здесь нет практически рыбы, они здесь убирают. Здесь убирают, конечно. Девочки, ну не видно ничего, конечно.